Женька уже подъехал. Рановато что-то, Саня. Походу не спится парняги. Я надеюсь, что так она вот так же замерзла. Ага. Еще вроде лет сантиметров 5. Я еще не выспался ни хрена. Посмотрит после таких оттепелей, не знаю, что там творится, вода вышла, может провалимся. Решили не рисковать после оттепели, вода поднялась, ну, дали чего творится, поехали бы, да не надо. О, скользко, блин. Женька в обход сейчас проедет. Я пойду там встречу его. Что, братва? Сегодня очередная рыбалочка. Выходные, суббота. Настроение просто бомбовское. Погода шикарная, минус 2. Ох. Ну, мы опять же за щукой, ребят. Пока щука клюет, мы за щукой. Потому что, ну, можно сидеть, отдыхать, ловить плотву, окуня искать. Ну, охота трофея, так что мы за щукой сегодня. Как обычно, по стандарту живца, ловим живца, выехали пораньше. Световой день короток, за неделю еще на полчаса потемнело, так что у нас минус полчаса еще. Короче, вот такие дела, ребят. Сейчас я как-то перейду, наверное, к Женьке, и мы едем дальше. Тоже на машине. Молодцы. Так держать. А, у нас гости. За рыбу я далеко вижу. 300 километров. За рыбой? Да. Сюда на воду, да? Сюда отдохнуть, говорю, приехал. Да, говорю, побаловаться. Да, доело. Что, друзья, добрались, пробурились. Ну, пока тишина, блин. В прошлый раз здесь отличный живец брал. За неделю погода менялась раз 15, наверное. Были дожди вообще. Оттепель. Потом морозик опять. Сейчас опять. Ну, в принципе, минус 2 всего лишь. Ну, уже расцветает.
мужичка обогнали, он тоже приехал, туда куда-то ушел. Короче, пока тишина, рыба еще молчит. Может, рановато еще. Подождем, что, посмотрим. Вот такой лайфхак у Жени. Фонарь. Бутылка фонарь называется. И там моя китайская хреновина. Тоже помогает вот в таких вещах. Ну, ждем пока. Ребят, рассвело уже. Блин, вообще ни о чем. Пару поклевок, наверное. Женя уехал уже наверх, короче. Там тоже тишина сейчас звонила. Народу приехало. Мужиков много. Только вон идут и идут. А мы, короче, жеца не можем поймать. Да. Время-то уже поздновато, блин. Время текет. Текает, а. Нету мелочи. Где ее искать, пока не знаем. Сейчас Женя приедет, посмотрим, подумаем, может куда-нибудь уедем, хрен знает, посмотрим. Короче, ребят, едем на обум. 10 акуней поймали кое-как. Добрались мы до озера, но сегодня вообще беда с живцом была, я даже толком не снимал. Короче, нашли, ребят, мы только окуня, и то в толще воды получается, метр где-то от одна клевал он. Ну разный, и крупный есть окунь, вот такой, блин, короче, не знаю. Короче, ребят, хищник на хищника, посмотрим, что на окуня. Поставим по штук 7 на жерлиц, потому что штук 20 мы поймали Женькой, и то уже время к обеду. Нам осталось рыбалки 2,5 часа, так что не теряю времени, ребят. Расставляюсь примерно. Мы, короче, с Женькой решили одну линию не вставлять. Женька на той стороне, я на этой стороне. И потихоньку сейчас будем пробовать. Короче, ребят, не теряю времени, быстро расставляюсь. Поменял ножи новенькие, сейчас только раздавай. Быстро. Ну, раздачу утреннюю мы, конечно, уже прозевали. Так что, может, вечерний выход будет. На него и понадеялись. Жирочками я этими уже рыбачил. Вы уже, наверное, смотрели этот ролик, ребятки. Резиночку на руку. Одеваем.
Погода сегодня шикарная, балдежная. Так, с той стороны буду смотреть, что разматка с этой стороны. Блин, нашли. Раз, два, три. Катушка большая. В принципе, нормально оборотов. Три достаточно. Ну что, кто у нас первый пойдет за щукой? Ты, наверное, да, дружище? Погнали. Ну, первая есть. Немножко снежком присыпем, чтоб при сработке не дергалось. Идем дальше. Не успел подойти с работы, но это, скорее всего, живец. Крупный окунь срабатывает, да, Жень, все верно. Надо подгибать флажок хорошо, блин. На реке народу столько, но сегодня выходной, суббота. Понятно, что народу много. Будет последняя жерличка, живца мало у нас, и пойдет вот такая королевская плотва. Да, в Якутии где-то это еще маленький живец, а для наших водоемов это уже большой. А сейчас Женька расставляется, у него была поклевка, щука хапнула и ушла. Так что же, ребят, раздача идет, это у меня уже разу. Ну что, Женьки сказал, где-то килограммами где-то уже ушел у него. Уже приятно. Ну, с утами проблемы. Сейчас там можно окуня попробовать порыбачить. Потому что завтра выходной. Завтра хотим также бы приехать сюда. Ну, с утами проблема. Ну, вот так получилось. 7 штучек поставил. И сейчас волокуша Женя меня цепил. Сюда притащу сани. Где-то посередине пускай буду сидеть, чтобы не с самого конца бегать, а чтобы и туда можно было бегать, и туда. Поближе было, короче. Раздача просто. Не успевает расставиться, идет щука опять. На крупного окна хапнула, стащила живца. Вот, нормально он там угадал. Щука там херачит нормально. Ну, посмотрим, что здесь, по этой стороне. Ладно, тащу сани. Чайку попьем, наверное, ребятки. Что, время уже к обеду, еще ничего не перекусили. Бегом, блин, все. Ладно, погнали. Трещина. Прикольно. Блин, рука грязна. Ладно, что, Чайковского, наверное, сообразим. Господа, как вы думаете, а? Я думаю, да. И на обедик надо приготовить. Сегодня хотел Женьку немного порадовать печеночкой своей фирменной по-строгански. С Илюхой раньше тоже кайфовали. Часто любили мы. Чайку. Ну, получится, нет, добыть сегодня щуку. Ну, у Женьки уже две сработки. Одна сошла. Килограммовая где-то говорит. Вторая крупного окуня с коммуниздила. Ну что, братва, ваше здоровье. Ну, я здесь кайфую, конечно. Блин, вообще. Спокойно так, тут тихо, блин. Классно вообще. Ну, будем. Опять сработочка. Да что ты будешь делать? Да, угадал. Вот видите, ребят, надо угадать. Всегда по-разному, постоянно она по-разному. Приезжаешь, кто-то попадает в щуку конкретно. Много сработок. У кого-то бывает не особо.
Ну вот у него сработочка. Сейчас будем смотреть, поймает Женя, нет. Давай, Женька, лови. Трофея. Женька взял. Красавец, Женя. Вот буквально сейчас за 20 минут 3 сработки. Одну взял, одна ушла. И живца сдернула. Все. Классика жанра. Красава. Ну что, печеночка потекла, ребят, у меня немножко. Пойду Женьку с почином. Волокушки сейчас погружу и погнали. Удобненько. Вообще, вот по такой погодке шикарно передвигаться. Куда-то, Жень, попал в точку, да, нормально. Да. Килограмм, огонь. Ну так, да. То, что надо. Красавица. Отошел только к Женьке, блин. Флажок прямо на глазах. Прям возле саней. Не знаю, может, живет. Крупный сработал. Может, щука. Походу, живец. У нее что-то живец или что? Да нет, я флаг хорошо загнул. Здесь я подгибал. Подождем. Что, братва, берем? Вырвал. Почувствовал. Ё-моё. Ах, блин. Вырвал изо рта. Надо было ждать. Стояла. Сработка была, значит. Только свою проверил. У Женьки крайняя. На, стрельнула. Тут может трофейчик взять. Угу. Есть, да? Хрена даванула, смотри, Жень. Аж вырвало, блин. Прям в этот. Крючоки било. Ну, не засеклась, блин. Женьки флаг. Опять же, так крайне. Куда-то попал там хорошенько. Пока я тут экраны пробую поставить. На удочку не берет окунь. Может, на экраны залетит. Живец нам нужен, как вообще не знаю что. Ладно, Женька потом доложит, как что. Да и у меня там не видать на той стороне. Короче, Женя вторую поднял. Все та же крайне. И что-то Женька кричит. Андрюха говорит, флаг. Посмотрим сейчас. Экранчики надо расставить. Ну нет живца, ребят. Как потом добывать живца? Не знаю. Угу. Щука, Жень, подождем. Там гру окуня такой. Сейчас она там пока его перевернет. Она ходит леска. Я тоже немножко подмотал. Ничего подобного. Я не знаю, Андрей сам. Угу. Угу. Ничего такая, Жень. Ушла. Угу. Хорошая была. Подает себе знать. Да? Блин, ты понял, Жень? Хорошая была щука. Ага. Ну, Женька такую же поймал. Только она какая-то жирная. Наелась что-то. Что он там у нее? Нормально. Ну, по грамм 800 такие красотки. То, что надо. Значит,
Нашел, значит, да, Жень? О, огонь, негры. По сравнению с этими нашими речными, блин. Нормально, короче. Что-то ничего у него там нету. Ну, отсюда его еле видно. Да. Тут больше 100 метров сожжение до него. Мне с той стороны, конечно, не видать ничего вообще. Женька сидим. Женька окуня вот нашел. Ну, надо думать о завтрашней рыбалке, так что пойдем ловить окуня. Все. Сработает, сработает. Сами видели, окунь крупный. И, возможно, бежать даже не надо. Быстро сработает, спокойненько. Женька уже отрыбалился. Мормыху поломала у него, походу, конь сел конкретный. Надо думать о завтрашнем мне. Так что обед сегодня, походу, промах. Печеночка по-штрудовски. Ладно, завтра Женьку порадую. Хе-хе. Будем думать о живце. Муранемся где-то здесь. Далеко ходить не будем. Ну, у нас же сказка, конечно. Вообще благодать. Милая Дема. Привезли наконец-то. Серега с Донбасса. Привет тебе огромный. Да, можно точить, конечно, ножи по Серегину методу. Молодец, парень рукастый. Ну, я, короче, купил новые. Сейчас будем пробовать. Так, бардак такой в сумке, блин. Сразу мотылька, наверное, забабахаем. Может, на запах понайдет. Побольше. Тенышка где-то мамка подогнала. А то у меня мама тоже видео мое смотрит. Какие-то минусы она говорит. Андрей, вот надо то, надо это. Короче, зритель у меня мама тоже. Так что, мама, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Черноборовый. 5. Жерлица просто делает рыбалку у Жени. Опять же та же. Куда-то красиво там встал. Да, да, Жень, по-любому, потому что, ну, это без вариантов вообще. Четвертый флаг. Вот ряд. Да, я тоже услышал. Ряд стоит, а вот она бьет. Женя даже за нее еще поставил одну. Короче, куда-то нормально, вообще красиво встал. Может, какая-то коряшка, или может, возле травы где-то как раз проходит щука. Блин, мотает, ребят, отлично вообще. Вот третья. Жень, 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 вообще разбег. Жень, вообще разбег. Она заглотила уже. Есть. Да. Полтора. Да? Полтора. О. Бодрая матушка. Ох, красавчик. Вот это пойдет. Третья с одной лунки. Да. Как вот так вот? Видно, сразу мотает уже. Хочет уйти. Блин, молодец, Женька. Поводочки у Женьки вот. Сейчас будем извлекать. Все китайское, все дешевое. А, работает, Жень, главное. Никаких
дельфинов. Окуня уже проглотила, короче, Жень. Ну и тройник в жабрах. Нет, так не получится. Так не получится, надо. Дай-ка я ее бай-бай сделаю. И у меня флажочек. Женька увидел, я даже не заметил. Блин, хреново так рыбачить. Когда живец там берет, а в этой стороне нифига. На вот эту раздачу было две сработки. Сейчас на вот эту. Ну и Женька обрывился еще раз. Красавец. Спешить не будем, если что. Посидим. Посмотрим. Будет натягивать, нет. Как будто леска уходит, ребят, смотрите. Угу. Пускай живет. Сейчас... Спешить точно не буду. Посидим. Ну, сейчас у Женьки видно, заглот был. Просто мотает страшно. Леска вроде уходит. Так что пускай думает она там. Дождусь. Ребят, смотрите, что делать. Хватает. Есть. Дождался. О, ну что такая? Неплохая. Полторашечка. Нет, меньше. Видали, ребят, что делают? Надо ждать. Крупный живец. Охренеть, заглотило. В хлам, блин, вообще. Да. Ладно, ломаем ей хребет, ребята. Ну, там все, вон, видите, жабры, хорош. Успокойся. Ну и палочку какую-то надо. Женька! Живца принесешь, если не трудно. Ты с банкой, да? Выжидал, ребят, и все красиво получилось. Все красиво получилось у нас с Женькой. Сейчас будем извлекать. Блин, надо купить, конечно, приборы, чтобы уже заниматься нормально. Да, у меня были, я по спиннингу-то рыбачу, да, блин, потерял, блин, свое время. Пришлось надрез, ребят, сделать. Вариантов никаких больше. Вариантов больше нет. Ну вот, вот это место, да. На нее хороший сход был. И сейчас получается рядышком поклевочка. Такая килограммчик. Съедобная щучка. Ну, за живцом надо бежать. У Женька там тоже раздача что-то идет, блин, какая-то. У Женьки там, конечно, вообще отлично. Сегодня работает все. Стандарт берет килограмм. Ну, в общей сложности 4 килограмма. Это с тем условием, то, что мы приехали, конечно, вообще уже. Просто, я не знаю, так... Плюнули на все и поехали. Ребят, смотрите, стандарт. Ну это чуть светлее такая щучка. Стандарт у Женьки вообще. Красавцы. Рядышком охотничий шалаш. Причем видно, что в этом сезоне он показывал свои условия. А вот, пожалуйста, шалашик. Даже молоток есть, смотрите. Сидушка какая-то. Вот сидят, охотятся. Кря-кря-кря-кря. Мешок какой-то. Гильз не валяется, молодцы. Все красиво, все четко.
лоточек. Можно бур будет отбивать, если что. Сюда на место ложить. Пойдем, ребят, немножко. Настоечка. Колбаска. Сальцо. Мужичок. Красавец поймал живца, кричит. Помогает, короче. Рыбовное брасло работает, ребят. Так. Сразу, сходу. Только закинул, сразу взял. Новая луночка. Так, мы его, бродягу, по месту жительства определяем сразу. То, что у нас живется, это просто... Живцы приводят быстрее, чем находят. Ну да. Ближе к берегу, да, прострелил, Женька, смотри-ка. И, может, намучаем что-нибудь? Вообще, вот это живец, ребятки. Красава. Сейчас только он, Женька, показал мне, когда потрошил, доставал. Вон он, да, что дает. Просто глушит. А тут раз мы, Женька, в прошлом году прям высыпали изо рта вот такую штуку. Реально, что просто бьет его где-то, блин. Больше нету. Один только был. Ага. Я чистил, кстати, у меня тоже. Так она есть. Вон, я, Женя же, желудок порезал, получался. А, ты лезал. Да, да. И с отсюда он выпал. Угу. О, дал мелочь какая. Вот что нам давит. Так, ну выбираем уже лунки. Живца пробуем набрать. Привычка у меня, блин, закапывать лунки на реке. Надо собираться уже, ребят, домой. Потихонечку. Темнеет. Но сегодня погода дала на полчаса побольше порыбачить. Вообще просто не хватает времени. Рыбалки не хватает. Светового дня. Около 8 начинает кое-как светать. И все. 2, начало 3, все, уже беда. Видно, что рыба отошла. И окунь перестал. Ну, у нас как бы на закидку завтра, Женька, есть. В принципе, сейчас утопим. Вещи тут оставим. Это в прошлом комментарии, в прошлом видео писали. Андрюха бургер оставил. Все, ребят, мы оставляем вещи здесь. Здесь никто не тронет, кроме волков. Максимум подойдут, обоссут, полижут. Все. Так что вот такие дела. Что, здесь все оставляем. Да, лишнее, чтобы не тащить. Волокуши тоже здесь оставлю. Бур оставлю. В бурю сейчас его. В сухой лед. Не замерзнет. Да и можно лежа оставить. Воды-то ничего нету. Волокушки оставим. Кушечки приобрел. Опа. Сюда. Что, будем луночки? Надо у берега ближе нырять. Еще ближе? Да, там, я не знаю, думаю, так травка. А там просто кислорода же меньше, наверное, думаю. Меньше думаешь? Ну да, ну да. Ну давай сюда. Тут глубина-то не особо большая. Веревка есть, если чужой. Если не знаю. Валился. Подальше, что ли? Подальше, что ли? Так, все по центру. Два часа вот
металла нет, знаешь, работки, да? Угу. Правильно. Снега нету в декабре. Петарды куда будем ставить? Ведь такого не может, что он есть. Петарды-то куда будем ставить? Снега нет. Пробурили. Огонь, да, Жень? Огонь. Снега, правда, нету, Жень, слышь. В декабре. Снега нету в декабре. Петарды куда будем ставить? Ведь такого не может, что он есть. Петарды-то куда будем ставить, Жень? Снега нету. Чего-то с морозилки доставать. Что у нас получилось? Все, огонь разбурил. Новые ножи. Нормально, протянет. Ну, давно, ага. Уже без перчаток уже. Уже так. Все, да? Да, не замерз, я думаю. Чиреет и луна зашла, мама лампу на столе зажгла. Мы сидим в тишине. Да-ра-ра-ра-ра-ра. Я здесь оставляю жерлицы. Штатив, наверное, оставлю. Печеночку сейчас мы уберем. Промочилась она у нас немножко. Стульчик здесь я оставлю. Вот так все поставлю. Короче, приходи в гости, забирай. Да. Ну вот, рыбалочка сегодня как бы такова. Мы все переживали за завтрашний день в основном. А так в целом, и то с рыбкой. Женька так вообще красавчик. 3 килограмма. Отличная будет уха, жареха. Да что хочешь. Бам. Сегодняшняя наша. Ну, сколько можно, в принципе, взвесить даже. Потому что гаджеты все у меня с собой. Сколько? Я думаю, ребят, где-то 850. О, кило 100. Не угадал, ребят, смотрите. Кило 100. Ладно, завтра день будет насыщен. Будем отдыхать, готовить. А сегодня сделаю наггетсы из щуки. Ребят, покажу. Сниму филе и сделаем наггетсы из щуки. Сегодня баня. Можно хмельного взять. И наггетсы. Наггетсы сегодня у нас будут просто в тему. Стол, чемоданы. А то в прошлый раз ругались. Андрюха говорит, бур оставил. Да вон мы оставляем, что тут тайга, кто тут заберет что. А я же говорю, только волки и лисы понюхают. И все. Все у нас здесь остается.
со льда не будем. Ну, все равно, утром мы ранее здесь. Завтра с утра ранним сюда идем. Да, то, что ребят хотел показать, то, что вот пяточка магнитная. Ну, допустим, починить что-то надо. Опа, включил, поставил. И уже ковыряешься. Ну, как хочешь. Так, так. Ну, вот то, что, да, удобно вообще. Ну, магнит хороший. Угу. И то, что мне понравилось же, знаешь, я говорю, вот пришел домой, я думал, ну, что у меня там какие-то... Он просто выплевывает его, чпак. То есть зарядился и выплевывает? Да, он, я не знаю, мне не показалось так. Блин, магнит хорошо. Все, по традиции Женька дает прокатиться. До ручья прокачусь, там ручей открытый, Женька сам поведет потом. Все же... Стол не удобный. Да не, Жень, что ему куда? Давай, мы тогда его вот так поставим. Давай. Короче, ручей, ребят, опасный у нас выход с озера. Так что поаккуратненько пойдем. Потому что ехали, вообще все ломается, хрустит, блин. Опасно. Промоина, блин.